Всем привет, друзья! Мы находимся в GTA 5 онлайн. Со мной мистер Кей. Салют, братишки Стронки! И сегодня у нас очень-очень-очень важное задание. Мы сделаем то, что никогда ничего не делал. Ну, может, кто-то и делал, но точно я этого не видел. Ты видел когда-нибудь такое? Нет, я такое не видел. Мы постараемся посадить один самолет на другой самолет в полете. Это нечто. Он будет, значит, переворачиваться, то есть ты будешь переворачиваться, а я попробую на него сесть и попробую все-таки заглушить двигатель и отпустить руки вообще от клавиатуры полностью. Может быть, это получится, может нет, но мы сейчас для этого здесь и находимся. Мы еще не пробовали, естественно, сейчас будем впервые. Давай, начинаем разгончик. Давай, я разгоняюсь, сейчас взлетим. Думаю, полетим куда-нибудь в море, там далеко-далеко, чтобы у нас было достаточно пространства. Я перевернусь, соответственно, уберу шасси. А Максу Дипу потребуется, как он уже сказал, сесть. И я постараюсь его так на себе прокатить, чтобы он вообще не предпринимал никаких действий. Да, у меня самая сложная работа, потому что мне нужно каждый миллиметр учитывать. А ты просто летишь перевернуто и все. Ну знаешь, лететь перевернутым тоже достаточно проблематично. Надо постоянно удерживать высоту. Ой-ой-ой-ой! Нет! Он не летит перевернутым, прикинь. Что? В смысле? Придется взять другой самолет. Ты упал? Да, я упал и стремительно иду ко дну. Подожди, как так-то? Он не летит перевернутым, придется взять до-до, к сожалению. Окей, тогда давай, бери новый. Ребят, чтобы вы понимали, мы до этого еще ничего не тестировали, поэтому фейлы неизбежны, но так даже интереснее. Эксперимент продолжается, я взял до-до, он помедленнее и, главное, летит как раз-таки вверх тормашками. Ну хрена себе помедленнее, ты от меня знаешь, насколько улетел? Метров на 200, на 300, если не больше. Хочешь, предлагаешь мне притормозить? Нет, ты лети уже, все, ты перевернутый, да? Да, так, сейчас моя цель, значит, готов. Тебя догнать, открыть шасси и, получается, присесть. Слушай, ты реально далеко. Так, давай я тогда приторможу. О, все, догоняю. Ну-ка, выравнивайся. Давай. Во-во, что ты вниз пошел опять? Не-не, нормально, я лечу. Все, давай. Площадь, так, я готов. Площадь у этого самолета больше, значит, у тебя больше шансов. Слушай, что-то у меня волнение прям, я не знаю, получится, не получится. Ты, главное, не волнуйся, сосредоточься. Тебе главное приземлиться, а потом вся работа перейдет на меня, чтобы тебя удержать. Слушай, это да, просто как я только шасси открываю, сразу же скорость падает. И, соответственно, я тебя не могу догнать. Просто тут бывают моменты, когда возникает турбулентность, и да. Меня начинает шатать. То же самое у меня, но я надеюсь, сможем. Так, подожди, сейчас попробую. Все, попробуй открыть шасы прямо около меня. Шасы, окей, сейчас шасы откроем. Тихо. Сейчас сделаем, не переживай, блин, мне страшно. Ты видишь меня? Нет, пока. Я над тобой, блин, я тебя потерял. Блин, я замедлил ход. Очень неудобно, опасно. Давай, лети, я скажу, когда лично я тебя увижу. А ты можешь чуть-чуть ход сбавить? Или невозможно это? Сразу вниз, я боюсь, что если нажму S, то меня сразу вниз потянет. Но давай, я притормозил сейчас чуть-чуть. Давай, по чуть-чуть тормози, если сможешь, потому что я не могу реально догнать тебя. Так, все, догоняю. И, в принципе, я готов, черт возьми. Блин. Давай. Меня в сторону тянет. Да ты быстрее, я не могу тебя догнать. Я не могу быть быстрее, у тебя самолет быстрее, ты че? Я с открытым шасси не могу тебя догнать. Так не открывай шасси. Так сесть? Нет, так ты, конечно, скачешься. Открой шасси, когда будешь уже готов садиться. Оп! Блин! Нет, я задел тебя? Нет, не я задел. Я задел тебя? Нет, не задел. Обалдеть, там просто миллиметры. Ладно, давай предлагаю так тогда. Приземлись на меня сначала без шасси. Давай попробуем. И если что, потом мы откроем шасси. Окей. Оп! Нихрена себе! Почему? Приземлился. Почему? Окей. Обалдеть. Подожди, это что, у нас вроде удара-то не было сильного, почему мы взорвались? Окей, так, мы еще и появились, хрен знает где. Опять у этих, я у работника этого появился опять, где я приземлялся вроде. Не, я вообще далеко в горах появился, но окей. О боже, давай заново что ли попробуем, одна попытка только была. Ну что ж, на этот раз мы взяли два самолета ДОДО. Как думаешь, на этот раз получится у нас? Я очень надеюсь, что получится, но покажет лишь время. Я, в принципе, готов переворачиваться. Давай. Окей. Сейчас-то скорость у нас одинаковая, в принципе. Должна быть, по крайней мере. Да, вот сейчас вот явно удобнее. Сейчас, может быть, и получится.
Теперь тебе надо как-то приземляться с открытыми шасси. Его трясет очень сильно, его трясет. Да, ой, как идеально, смотри. Его носит очень сильно во все стороны. Тихо-тихо-тихо! Ой, как идеально! Ой-ой-ой, почти сел, подожди. Сел! Нет. Да ты сел? Блин, не стягивай. Я тебя не удержу. Блин, я зацепился, прикинь. Я тебя зацепил за собой. Слушай, это возможно. Ты видел, как классно получилось? Да, думаю, с третьей попытки что-то должно получиться. Сейчас давай повыше поднимемся. На этот раз повыше. Да, подняться повыше. И... Слушай, даже не знаю, по-моему, мой самолет просто не удерживает два. Ой, как ты видел, как это красиво выглядело. Вообще класс. Сейчас попробуем. Пошла третья попытка, и я переворачиваюсь. Садись на меня. В конце концов. На этот раз получится, я даже не сомневаюсь. Стопэ, мы кое-что забыли. Давай поднимемся повыше. Ну, давай. Как можно выше, давай поднимемся и наберем хотя бы там, не знаю, километр высоты. Слушай, ну тогда я тебя потащил за собой, понимаешь? Я тогда зацепился буквально за твой перед, поэтому надо... Сейчас получается просто приземлиться на середину, и тогда тебя не потащит вниз, по сути. Всё, давай, я готов. Ты рядом? Да, переворачивайся. Опа. Так. Вечереет, сейчас уже будет наступать ночка, и тебе будет сложнее меня найти. Так, да я тебя вижу. Ты притормози маленько. Окей. Слегка, я тебя не могу догнать. Торможу. Все, хватит тормозить. Окей. Так. Тихо-тихо, ой. Шатает сильно. Тихо-тихо, пусть. Блин, а. Ой. Ты прямо сзади меня, ты чё? Да ты сейчас я пытаюсь тебя догнать, что я делаю? Трясёт же тоже. Да подожди. Я приторможу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Может, ты меня будешь догонять надо мной, а не притормози, сзади притормози. Если меня сейчас притормажу, ты в меня влетишь, меня тоже трясёт. Давай. Мы в разные стороны летим. Тихо, нет. Ой-ой-ой-ой. Что делаешь? Почему ты падаешь? Ну, в смысле, почему я падаю? Потому что я торможу, наверное. Все, отменяем. Почему? Я заново. Нет. Ну, мы сейчас взорвемся. Ты че, мужик? Блин, ну трясет самолеты. Я не могу ровненько. Очень сильно трясет. Давай, равняйся сзади меня. Я знаю, когда он начинает вилять. Когда слишком сильно сбавляешь скорость. Если набрать хорошую скорость крейсерскую, то вилять он вообще не будет. Давай тогда, переворачивайся. Все, я скорость больше сбрасывать не буду. Все, я тоже перестал вилять. Все, сажусь. Готовься. Да, сел, называется. Дальше сел немножко. Я дымлюсь, к сожалению. Еще один удар такой, и мне конец. Все, на этот раз... Блин. Я заглох. Ты заглох? Да. Я заглох. Понятно. Да нет, я не четвертая попытка. Стоп, я не хочу. Он не заводится. Че, я просто планирую. Нет, я не хочу падать. Можешь спланировать на меня? Слушай, все, он реально все, двигатель заглох. У меня нету. Ты прикинь? У меня пропеллера нету. Я лечу без пропеллера, обалдеть. Я понял тебя. Сажусь? Да, давай. Оп. Ты и так садиться решил? Просто влететь в меня? Окей. Да, уж не рассчитал. Ну, как не рассчитал? Соприкоснулся, но как-то сильно получилось, наверное. Ты очень сильно соприкоснулся со мной. Будем еще пробовать. Как, какая попыточка у нас? Шестая попыточка. Шестая попыточка, черт возьми. Я все равно посажу. Вот сейчас я реально посажу. Я сейчас максимально идеально. Чуть, блин. Все-таки да, это быстрее меня. Когда я шасси отпускаю, ну-ка. Попробуй открыть шасси, когда будешь уже вплотную. Я могу, конечно, сбавить скорость, то она меня начинает трясти. И мне сложнее удерживать равновесие. Это плохо, не надо. Теперь я тебя не вижу. Я сзади тебя прямо. Алло. Тихо, черт возьми. Убери свой развалюху. Развалюху, ни хрена себе. Давай. Я сбавлю скорость. Так. Сбавляй. Сбавил. Все равно с шасси не могу догнать. А вот догоняю потихонечку. Давай к тебе потихонечку, а не как тогда. Вылетел со всей дури. Окей. Sit down, please. Давай. От!
Он сделал звук, типа, он звук торможения слышал? Да. Звук торможения. Давай, давай, лети, лети. Давай, сейчас садись чуть-чуть догоню, меня. Чуть-чуть. Да подожди, не могу, чуть-чуть надо догнать. Ты не опускайся. А как мне тормозить-то еще? О, алло. Все, алло, сел, алло. Сел. Это сел называется. Да, я сел. Я сел. Да я тебе серьезно говорю, сел, все. Он сидел, но ты просто, видишь, не удержал немножко. Ну да, все-таки самолет трудно держать, знаешь, два судна на себе. В общем, делаю вывод о том, что действительно очень трудно держать, и если он реально сядет, то все равно второй потянет вниз. Хотя, если, в принципе, найти какую-то среднюю тяжесть, да, между ними, то, в принципе, наверное, возможно, это очень тяжело, очень тяжело. Нет, если ты сядешь, отключишь двигатель, то меня 100% понесет вниз, потому да. что удержать одному самолету еще другой самолет на себе, извини, одному пропеллеру это не по силу. Ну, я считаю, что все-таки эксперимент не удался, получается, да? Да, эксперимент не удался, но, ребят, обязательно поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, какие эксперименты вы хотели бы увидеть. И если вам понравилась вообще эта тема с экспериментами, то тоже об этом обязательно пишите, мы это учтем. Всем спасибо, друзья, за просмотр и всего хорошего. Удачных игр, ребята!